странную ситуацию попали павлодарские выпускники детдомов. Холостяки, которые стоят в очереди на квартиру, оказались за бортом жилищной программы. По закону, одиноким выпускникам детдомов положены однокомнатные квартиры. Но в строящихся домах они не предусмотрены. И без того медленная очередь грозит просто встать, опасается 33-летний Александр Богданов. Он с нами сейчас на прямой связи. Добрый вечер, Александр. Добрый вечер. Как же так получается, что ваши интересы чиновники не учли? Ну, как сказать, у нас так оно идет. Оно сколько вот люди по 10, по 15, по 20 лет стоят, они же не будут теперь всю жизнь холостыми ходить. Да-да. Скажите, а что вам вообще говорят? Что-то обещают хотя бы? Или вообще как-то эта проблема... Мне сказали, что... 10 лет ждал, еще 30 лет будешь ждать. А то, что у меня дети есть, то, что вот это... И у меня семью как-то создавать надо, это же мне жить надо где-то. Александр, мы рассказали о вашей проблеме чиновникам из Акимата Павлодара. Давайте послушаем, как там комментируют эту ситуацию. Однокомнатных в этом году не было, но планируется на следующий год. По закону, закону о жилищных отношениях, 74-я статья, там указано, что мы должны не более 20% распределять для сирот. На следующий год в плане уже есть в проекте однокомнатные квартиры. Если человек в очередь подошел, но однокомнатной квартиры нет, он, соответственно, ждет второй очередь, ну, второго дома. Александр, будем надеяться, что госслужащие сдержат свое обещание и задумаются о жилье для холостых выпускников детских домов.